Детское радио представляет. В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница. Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные страны волшебный глобус. Да, это я. Я так придумала. Меня ждут Милан и Киото. Я в Лондон купила билет. Зачем мне болото? Зачем мне болото, когда вокруг белый свет? Люблю я летать по заграницам, нежиться в море, в бассейн нырять, ходить по музеям в разных столицах. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы. Сейчас еще одно селфи, потом еще одно. Ах, красота! Привет, лягушка! Какое красивое у тебя пончо! Красное, в полоску. Ты, наверное, уже целый час в нем фотографируешься. Да, красивое. Но глобус, вообще-то не кваку, это не пончо. Это платье. Посмотри, какое оно длинное. Ой, а какое мягкое. А мне кажется, что это пончо, лягушка. И я даже знаю, где такие носят. В стране, которая называется как острый перец. И солнце там жгучее. Жгучее. Ну да, тоже как перец. Хочу в эту страну. А где она? В Азии? Там острое очень любят. Узнаешь. И вот еще. Держи мое пончо. Верни его хозяину, а то кончится моя магия. Не смогу тебя больше в путешествие отправлять. А кто хозяин? Как мне узнать? Кручу, верчу. На каникулы лечу. Ой, какие горы высокие. Вершины такие белые-белые. Но тут внизу не холодно. Как же странно. Я не в Европе. И не в Азии. Может, в Америке? В Америке. Только не в Северной, а в Южной. Ну-ка, лягушка, что там тебе глобус про перец говорил? Острый перец. Знаю. Острый перец. Я знаю халапеньо. И больше никакой? Есть еще... Как же его? Как же он называется? А, вспомнила. Это чили. Значит... Я в Чили. Так интересно. Это перец в честь страны назвали или страну в честь перца? На самом деле это разные слова. Чили-перец происходит от индейского слова «красный». А Чили-страна от другого индейского слова «холодный». Но говорят, что страна Чили и правда по форме напоминает перец. Такая она узкая, сверху вниз тянется. А ты, лягушка, оказалась в столице Чили, городе Сантьяго. Основали его испанские конкистадоры, завоеватели, то есть, которые прибыли в эти земли в 16 веке. Гляну-ка на карту. Чили. О, рядом Аргентина. Перу. В Аргентине я была, а больше нигде. В Южной Америке много стран. Еще успеешь и другие посетить. Вот, например, из Чили на автомобиле можно доехать до Бразилии. Трассу, кстати, помогало строить одно из подразделений нашей компании «Газпром». Ой, сейчас я не готова никуда ехать, такая голодная. О, какое милое кафе. А вокруг граффити. Зайду, пожалуй. Этот район, лягушка, называется «Белла Виста». В переводе с испанского «красивый вид». Тут и правда очень симпатично. Яркие дома, сувенирные лавки. Ну и кафе, конечно. В Чили на столе всегда будет много мяса и овощей. А еще морепродуктов. Океан-то совсем рядом. Так, а вот это что такое? Ква-ква. Касуэла. Попробую, пожалуй. Касуэла, пор фавор. О, касуэла.
Вот скажи, лягушка, какие супы у нас в России любят? Щи, борщ, окрошку. А в Чили любят касуэлу – наваристый суп из мяса и овощей. Готовят его так. Берут говяжьи ребрышки, тыкву, картошку, фасоль, лук, сладкий перец. Как тебе, лягушка? Ква! Очень! Касуэла просто волшебная! Даже как-то танцевать захотелось. О, я слышу музыку. Какая необычная. Все, я иду на улицу. Музыка в Чили и правда очень необычная. Какие инструменты тут только не используют. Вот, например, древний барабан. Называется культрун. И гитары используют. И даже маленькую тыкву, наполненную камешками. Называют ее уада. Ей нужно трясти, как погремушкой. Как странно. Все музыканты в шляпах, в рубашках и в платьях. Ну, то есть в пончо. А у кого-то в руках тыква. Пончо – национальная одежда во многих странах Южной Америки. По сути, это прямоугольный кусок ткани с дыркой для головы. Он отлично защищает от ветра. В Чили любят яркие пончо. И чем ярче, тем лучше. У всех музыкантов пончо такие, как у меня. Ква-ква красный в полоску. Теперь я знаю, кому пончо глобуса отдать. Глобус, глобус, смотри, что я тебе привезла. Ух ты, лягушка! И что же, нашла владельца пончо? Нашла. А это тебе подарок. Это, между прочим, уада. Чилийский музыкальный инструмент из тыквы. Мы с музыкантом поменялись. Я ему пончо, а он мне тыкву. Я теперь пончо всегда с собой брать буду. В этом платье, в этом пончо так тепло. И носить так удобно. Ква. Ну иди, иди уже. Чемодан разбирай. Иду, иду. Разберу и заново буду собирать. К новым ква-ква-кваникулам готовиться. Меня ждут Милан и Киото. Я в Лондон купила билет. Зачем мне болото, зачем мне болото, когда вокруг белый свет? Люблю я летать по заграницам, нежиться в море, в бассейн нырять, ходить по музеям в разных столицах. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы.